Добрый день. Очередная книга издательства «Речь. Сказки народов Азии». Антология. Переиздание старых советских сборников на новый лад. В красивой форме, на хорошей бумаге, с хорошей графикой. На этот раз это «Сказки народов Азии». Вот такой красивой очень обложки. Серия «Дар речи». И это старый сборник, который собирал и пересказывал Нисан Хадза в свое время. А иллюстрировал художник Николай Кочергин. Причем, если другие книги этой серии издаются с новыми иллюстрациями, то тут иллюстрации взяты старые, из старых советских книг. Все это было оцифровано, приведено в порядок и собрано в новую антологию. В антологию, на самом деле, вошел не один сборник, как это бывает в других книгах этой серии, сказок, а сразу несколько сборников объединили. В результате тут можно почитать бирманские сказки, вьетнамские, индийские, индонезийские, китайские, корейские, японские и монгольские. Вот такой сборник всех крупных азиатских стран с очень красивыми иллюстрациями. Что можно сказать? Значит, в советские времена сборники были немного другие, так как это было несколько книг, то состав сказок был несколько другой. Тут сказок с одной стороны меньше, с другой стороны есть добавленные сказки. То есть можно, нельзя сравнивать однозначно те и другие сборники, но основа все-таки, то есть текст взят с тех старых советских сборников, причесан, приведен в порядок, оцифрован. Ну, получилась очень такая хорошая книга, которая в книжных магазинах пользуются большой популярностью. Неудивительно, потому что тут 395 страниц вот, хорошего, добротного текста, которым работали серьезные люди еще в советские времена. Тогда к изданию книг подходили плотно и ответственно. Вот. Значит, что сказать? Это не единственный сборник азиатских сказок у этого издательства. Например, пакистанские сказки изданы отдельным изданием, и там художником выступил Ника Холец, который вообще иллюстрирует европейские сказки очень часто, но вот и пакистанские сказки тоже доверили иллюстрировать ей. Ну а тут, конечно, все прекрасно, очень много иллюстраций, они очень разноплановые. Вот каждая сказка как минимум имеет вот иллюстрацию в начале, конце, плюс вот такие полностраничные, очень красивые полноцветные иллюстрации, читать приятно. И истории не избитые. Ну, тем, кто видел старые советские издания, конечно, ничем тут не удивишь, но вот азиатские сказки, они от европейских, конечно, очень отличаются, и почитать это интересно. Сейчас, сидя на самоизоляционных процедурах, эта книга будет как никогда полезна. Ну и настоятельно рекомендую, потому что это действительно хорошее издание на очень плотной, добротной бумаге, с хорошей обложкой, с хорошим переплетом. В библиотеке она вас наверняка очень порадует. «Сказки народов Азии», издательство «Речь».